Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». У студії журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною представники волонтерської спільноти Ольга Малярчук, Лариса Снігур та Нелі Яровенко, представники обласного центру допомоги учасникам АТО. Отож, сьогодні ми будемо говорити про їх заняття, про їх центр і про те, якої ж допомоги, зрештою, потребують наші воїни, демобілізовані і всі питання, які з цим пов'язані. Якщо у вас будуть запитання до наших шановних гостей, ви можете подзвонити по студійному телефону 76 92 42 і поставити запитання у прямому ефірі. Доброго вечора. Отож, хотів би познайомитися і поставити вам базове питання. Представте вашу установу, чим ви займаєтесь, якого роду допомогу ви надаєте демобілізованим. Прошу. На даний момент ми взяли на себя такую большую ответственность, как создать центр допомоги участникам АТО. Это касается, спектр касается непосредственно льгот, УБД, справок медицинских, земельных участков, юридических вопросов. То есть все проблемы, которые есть на данный момент у демобилизованных участников антитеррористической операции, мы максимально в кратчайшие сроки беремся решить, помочь как минимум, да, найти вопрос, где есть проблемы, и решить эти вопросы. То вы фактично цим середньою ланкою між владою та тими людьми, які потребують допомоги, так? Ну, на даний момент можна сказати, да, що ми будемо так називаємо своєобразним мостиком між госучреждениями і демобілізованими, які нуждаються в допомозі. У нас все поділено по секторам, відповідно, є керівники направлення. По всім справкам УБД і все, що стосується воїнських частей, займаюся я непосредственно. Лариса Снігур у нас займається медицинським направленням, це все, що стосується льгот, інвалідності, справок о травмі і так далі. Нелі Яровенко у нас займається сім'ями погибших і сім'ями без вісті пропавших. Танас Сергій у нас займається земельными вопросами и вторую высшую суету. Тимофеев Валентин у нас обрабатывает полностью всю информацию, которая приходит в данный момент. И также Руслана Мороз возглавляет психологическую кризисовую службу. Эти центры на данный момент создаются по всей Украине. Мы были пилотным проектом. Непосредственно на наших рекомендациях строилась, в принципе, вся эта структура, которая сейчас уже работает. Сейчас, на данный момент, мы ездим в райцентры, в города Николаевской области, дабы налаживать там непосредственно на местах работу этих центров. Мы подключаем также сюда обязательно представителей военкоматов, соцслужб, представителей центра занятости, психологов, то есть все эти госучреждения, которые могут нам помогать в решении этих вопросов. Скажите, пожалуйста, первое питання мы уже прошли. Какого рода пільги належать бійцям АТО и насколько реально они дают, насколько реально легко их отримати, и что гальмує те, что люди, например, очень часто на форумах Фейсбуку обурюються, що, мовляв, мені там належить те-те-те, а я пішов і там папери, там з мене вимагають ще щось. Наскільки це реально і що потрібно мати тому? К сожалению, есть такая проблема, как правильная форма справки АТО. В каждой части иногда выдается своеобразная справка, да, то есть там какой-то нет, какого-то нет слова определенного или еще, плюс незнание некоторых наших госслужащих, как вообще должна эта справка в принципе выглядеть. Такие нюансы были, когда оформляли льготы участникам боевых действий непосредственно на квартплаты. Вот там не нравилось слово, что вот проходите службу в зоне АТО. Почему не проходил? Вот была такая ситуация в Ленинском у нас в Ленинском деле. Но зачастую проблема больше все-таки связана с тем, что бойцы вовремя не оформляют справки. Потом, когда уже время проходит, начинаются
проблемы с тем, чтобы получить справки, потому что они демобилизуются, соответственно, в части идет мобилизация следующая, очень много бюрократической волокиты документальной, к сожалению, в частях бывает, теряются наказы, документы. Ну, то есть, вот, самая большая проблема в нашей стране, на мой взгляд, это бюрократический механизм, который вот мы и должны максимально упростить и сделать доступным. Лариса может поделиться своим опытом, потому что по реабилитации там вообще... Да, просто. Но я хочу сказать, что у нас, к сожалению, еще принимаются некоторые законы, они просто принимаются, они принимаются механизмы их реализации. Тобто закон написали, а механизму немає и грошей, відповідно, теж. Да, то есть бюджетно. Нужно четко понимать, если речь идет о предоставлении льготных услуг, о предоставлении бесплатного лечения, то должен быть механизм перечисления и движения бюджетных денег. Если этого механизма нет, или закон принимается в конце года, а в начале года в бюджет не было этого заложено, то механизм не будет работать. Заработает в лучшем случае с начала следующего года. Но такая ситуация у нас была с открытием центров реабилитации. Вот у нас работает он на базе госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны. Постанова была принята в октябре прошлого года, а финансирование началось только с 2015 года, 2015 года. Вторая проблема, что там было прописано, что осуществлять, получать помощь там могут только участники, бойцы, которые получили участников боевых действий. На тот момент большая часть ребят это удостоверение не получила. Было много жалоб, много возмущения, но нужно понимать, что это финансовые отчеты, которые потом будут делать люди на местах. И за это они будут отвечать. Поэтому вот, к сожалению, вот ну, такая проблема существует. С центрами реабилитации мы, конечно, решили эту же проблему. Сейчас возникает вторая проблема. Бойцы могут получать бесплатное лечение в гражданских больницах. Опять же, уже обращались, и мне пришлось проговаривать, и еще раз проговорить не только с родственниками, узнавать еще раз, как работает этот механизм. Механизм этот еще не работает. То есть принято. Тобто законом передбачено безкоштовне лікування. Да, но должна быть статья финансирования. Она не, даже не принята, она не просчитана. То есть в начале года должно быть заложен в каждую больницу, да, какой-то финансовый объем, который позволит осуществлять данную деятельность. Каким образом это будет просчитываться, мне не очень понятно. И не очень понятно экономистам, как это будет делаться. Но вот на данный момент это существует. Посмотрим, что будет дальше. Ну, зрештою, наскільки мені відомо, проект бюджету ще не подавався на до розгляду, да. І в принципі кошти повинні бути закладені. Да. Реабілітація, вона как бы процес реабілітації, он проходить. К сожалению, не всі учасники і сім'ї обращаються в службу соцзахисту. У нас по Ніколаївській області була прийнята програма ще літом, і ми взивали к тому, щоб люди обращались. Скоро закінчується фінансовий год. Деньги остались. Можно пройти еще реабилитацию. Нужно просто обратиться в службу соцзахиста Акима-4 и получить там более полную информацию. Связано это с недоверием к власти, ну, один вариант. Другой вариант, что ограничены возможности, те, которые может предоставить область. То есть деньги выделены на реабилитацию в Николаевской области. Зачастую, узнав о том, что можно пройти бесплатную реабилитацию, желания возрастают. Вот. Но я хочу сказать, что вот такое предложение, оно возникло в нашей области. В других областях, насколько я знаю, бюджетные деньги не были выделены. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы все-таки семьи сходили в Центр социальной защиты Акима-4 и воспользовались вот этой возможностью до конца года пройти реабилитацию семейную в том же санатории или профилактории Ингул, который у нас здесь есть, и
ну, оздоровить себя после этого. Также там происходит выделение путевок. Да, безусловно, по путівкам там есть... ще окреме питання. Річ у тому, що, наскільки ми говорили в рамках нашої минулої програми «Контраргумент», були питання по путівкам. Тобто вони є, але ними не користуються. Це те, що ви маєте на увазі, так? На реабілітацію, чи можливо це... Чи можливий такий механізм, що оздоровлюватися за межами області? Да. Да, в центре также предоставлены путевки. Не всегда также бойцы обращаются и хотят выехать куда-то. На некоторые санатории есть очередь для того, чтобы поехать. Но это естественный процесс, потому что нужно понимать, что санатории принимают не только военнослужащих Николаевской области, демобилизованных, со всей Украины туда едут. Я не вижу ничего страшного в том, что вы встанете в очередь и поедете в то место реабилитацию проходить, когда подойдет ваша очередь. В экстренных случаях мы решаем эту проблему. Вот на прошлой неделе позвонили, попросили найти место, где реабилитировать, пройти реабилитацию срочную бойца, офицера 28-й бригады. Год назад он получил тяжелое ранение, долго находился на лечении в госпиталях. Мы нашли эту возможность. У нас есть несколько санаторий. В течение года мы уже направили туда 41 человека. Две недели в великолепных условиях, в великолепном месте. Там сейчас находится психолог нашей кризисная служба, она его подхватила на реабилитацию. То есть там происходит сейчас комплексная реабилитация, медицинская и психологическая. Дуже добре. Давайте зробимо паузу, послухаємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Вітаємо вас, говоріть. Технічний збій, я думаю, наш глядач нам передзвонить. Тим часом у мене питання. Розкажіть, будь ласка, про ваш профіль роботи, Нелі. Я занимаюсь семьями погибших и семьями без вести пропавших. Также на курирование детки бойцов раненых, ну, в принципе, все детки, по лечению, по социальной помощи. Кстати, по льготам вот у нас была ситуация очень такая душетрепещущая, когда посыпались уйма звонков от семей погибших, от вдов, о том, что отменили полностью льготы. Собрали мы все документы, пришли в департамент защиты, и показалось, что просто военкоматы наши не выдали вторые черные удостоверения. То есть одни выдали серые соцзащиты департамент, а непосредственно военкоматы забыли о том, что они должны где-то сделать. И таким образом, грубо сказать, мы спасли всю Украину. Я состою во многих чатах с диаспорами, общаюсь много с девочками по Украине, и действительно в течение недели всем военкоматам дали приказ о том, чтобы они обзвонили всех семей погибших, и те предоставили свои документы на получение этого второго удостоверения. Давайте я вас на хвилинку перерву, послухаем все ж таки нашего глядача, який дозвонився. Вітаю вас, говоріть. Вечер. Доброго вечора. Вот, девочки, вы находитесь в студии, вы волонтеры. Если к вам обратится человек не за то, то вы ему окажете в ваших услугах? Откажете? Не человек за то. Что вы имеете в виду? Ну, подойдет любой человек, который нуждается в ваших услугах. Вы же волонтеры. Знаете, понятие волонтер намного масштабно и разносторонние, это первое. Второе, в нашем городе есть разные социальные группы, которые помогают по тем или другим направлениям. Наше направление на данный момент является именно АТО. Но в том же соцзахисте на Акима 4 вам подскажут службы, которые помогают по инвалидам, по деткам особенным и так далее и тому подобное. Поэтому просто нужно прийти туда и проконсультироваться, где непосредственно, по какой вашей проблеме вам смогут помочь. У нас в Николаеве на самом деле очень много волонтерских организаций, просто о них нужно знать больше. Вот, если можно, я дам дополнение к тому, что рассказала Нелли. На самом деле, тогда был очень большой, да, как бы взрыв эмоций, негодования о том, что произошло. Мы пришли тогда к Ольге
Виктор Нисева Пляс, сели в ее кабинете и начали разбирать. Подняли с ее работниками очень много талмутов, законов, где выясняли на самом деле причину того, что произошло. И вот, как уже Неля пояснила, оказалась такая банальная неприятность, да, где-то в какой-то степени недоработали именно военкоматы. Опять-таки, в кратчайшие сроки это было решено. Решено только потому, что Неля имеет прямое отношение и постоянно общается с девочками 24 часа в сутки. То есть все проблемы, которые существуют у девочек, она знает как никто другой. Если это налажено в других областях, мы не знаем. Но тогда, на тот момент, по вот этим вот льготам подняли именно вопрос в Николаеве. И, слава Богу, его кратчайшие сроки решили. 4 дня. Питання по пільгам не зовсім стосується саме програмної теми нашої програми. Відмова у безкоштовному проїзді для бійців, учасників АТО. Як відносяться волонтери до такого неприємного, прикрого явища? От буває у нас в місті. Як можна це вирішити? Тому що я бесідував з учасниками, з кіборгами. Кажуть, ми не хочемо навіть з цим зв'язуватися, ми просто платимо. Але так не повинно бути. Що ви думаєте? Можна я скажу? Знаєте, ситуація существує не тільки у нас в місті. Я була от недавно дуже неприємно удивлена. Один із офіцерів, він живе в воєнному городку, але на точці, скажімо так. Так от йому, щоб добратися з цієї точки в обласний центр, по льготі можна тільки один раз в неділю. От просто вдумайтесь, да, в, ну, глупость этой ситуации. А транспортное средство ходит из воинской части, где часть это участники АТО. Льгота действует, ну, допустим, по четвергам. Хотя у нас, да, закон принят. Ну, на данный момент, мне кажется, поэтому проблема в том, что у нас перевозчики, да, да, скажем так, частные. Если бы это были все-таки больше относились наши городские были непосредственно, то тогда бы, наверное, и влиять на них могли бы именно законом. А частным, к сожалению, закон не писан, да, то есть как бы они сегодня хотят, пускают, завтра не хотят, не пускают. Да. Так не должно быть. Но опять-таки, здесь нужно начинать с себя. К сожалению, гражданская позиция на данный момент двоякая. У большинства еще, ну вот, увидя уже все, что прошло в Донецкой, в Луганской областях, к сожалению, еще люди до конца, наверное, не осознают, что мы не имеем права оступиться, и мы должны максимально выстроить сейчас, да, сильный тыл города и не дать возможность, опять-таки, коррупции жрать этот город. На данный момент, к сожалению, все закрылись, ну, большая часть населения закрывается в свои ракушки. Вот да, жалко, проблема, но что ж поделаешь, так вот все как-то живут, так тянут. Вот когда начнут себя, когда начнут ставить себя на место этого атошника, да, вот если бы их вот так вот выкидывали с маршруток или говорили о том, что пройдя то, что вот путь, да, ребят, когда и ранения, и не спали, и не доедали, и друзей теряли, и так далее, и тому подобное. И сейчас, когда говорят, ну, кто тебя там посылал на эту войну? Да если бы он не пошел на эту войну, неизвестно, где были бы вы. К сожалению, пока у нас до конца вот эта клепка не станет в голове, наверное, вот мы будем сталкиваться вот с таким вот, ну, равнодушием в какой-то степени. Дякую за коментар, дуже слушний. Зараз вже фактично півтора роки триває неоголошена війна. Як змінилась, на ваш погляд, армія, обладнання її, забезпечення самими необхідними речами для військової роботи? Що ви можете сказати? Наприклад, з моєї інформації дуже багато нарікань на теплий одяг, дуже багато нарікань на прилади, які повинні бути. Той же самий приціл, тепловізор, прилад нічного бачення. Наскільки з цим ситуація, на ваш погляд, стабільна, нестабільна, треба, не треба? В якій мірі волонтери взагалі повинні забезпечувати такого роду техніку, як ви думаєте? Понимаете, сейчас на данный момент армия полтора года назад и армия, ну, вот в нынешний день, это две большие разницы на самом деле. То, что сейчас уже много чего достигнуто и Министерство обороны дает,
это уже положительная динамика. Да, к сожалению, не хватает. Да, к сожалению, много еще стоит вопросов и в качестве, и в обеспечении. Но больше уже, наверное, проблема в частях, в тыловых частях. Потому что тыловики не хотят утруждать себя заполнением заявок на то, что положено быть на складах и потом это выдавать. Это такая тяганина. Вот зачем, если можно позвонить волонтеру и попросить это? На данный момент мы взяли на себя ответственность, большая часть, да, как бы все-таки больше заставляет работать тыловые службы, и то, что есть на складах Министерства обороны, уже не привозить в эти части, потому что нужно сделать заявку и получить от государства. По оборудованию, конечно же, это очень тяжелый вопрос, потому что, к сожалению, у нас по закону не все имеет право быть на вооружении у бойцов. Пока вот это вот не выровняется в законопроекте, пока не выровняется то, что мы, к сожалению, ну, на самом деле у нас очень много могут делать и поставлять, но тендеры, которые мы проигрываем, мы отсылаем за границу, но при этом свою армию не обеспечиваем. Давайте зробимо паузу, послухаємо телефонний дзвінок. Вітаю вас, доброго вечора. Добрий вечір. Вітаємо. Мене звуть Микола, у мене таке запитання. Я є учасник АТО, учасник бойових дій. Мене син навчається в Київському національному авіаційному університеті. Згідно законодавства, він мав би право на безкоштовне проживання в гуртожитку. Ми зверталися туди, в Київський національний університет, але нам було відмовлено. З невідомих причин, сказали, що немає фінансування. Це перше питання. І друге питання. Як учасник бойових дій, я мав би право раз на рік на безоплатне санаторно-курортне лікування. Коли я звернувся в Южноукраїнський соцзахист, мені було відмовлено, мотивуючи тим, що ви є міліціонер на пенсії, звертайтеся не до нас, не в соцзахист, а звертайтеся в міліцію, там, де ви служили раніше. І я хотів би почути, правильно мені відповідають чи неправильно, і де мені тепер шукати захисту. Дякую. Николай, если можно, оставьте, пожалуйста, свои контакты, мы обязательно с вами свяжемся и обсудим по поводу Южноукраинска, потому что вот мы буквально на той неделе были там в командировке, налаживали связь волонтерского центра с службами, и вам неправильно ответили. Вы имеете по закону право на санаторное лекувание. Дополнишь? Да. Да, и вам нужно, да, действительно обратиться в соцзахист Южноукраинска. Они передают вашу заявку на областной центр, как раз о котором я говорила, находится у нас на Акима 4, и там вас вносят в список. Поэтому вам, ну, неправомерно отказали. Щодо проживання в гуртожитку, перша частина запитання була. Смотрите, здесь щодо проживання в гуртожитку, нужно выяснить эту ситуацию. Однозначно, если можно, мы свяжемся с вами, дабы записать. Свяжемся с ребятами, которые координируются в Киеве, дабы они дали официальный запрос, на каком основании отказали вашему сыну в бесплатном предоставлении жилья. Нам нужны контакты, будем работать. Ну, скорее всего, да, это связано с финансированием, потому что бюджетный год в высших учебных заведениях закладывается с 1 января начинается, поселение идет с 1 сентября, то есть учебный год с 1 сентября. Я бы рекомендовала все-таки поехать к ректору на прием. Вот сейчас заканчивается наш финансовый год, заканчивается семестр, учебный год у студентов будет заканчиваться в декабре месяце, в этом году немножко раньше, поэтому думаю, что нужно подъехать на прием к ректору и как раз обсудить вот эту вот проблему. Вероятно, с 1 января ситуация может измениться. Это действительно связано с финансированием. С 2016 года.
года очень много заложено, на самом деле, проектов по другой высшей освете и также по возможности учиться детям участников боевых действий непосредственно. Поэтому нужно разбираться вот по сути и дождаться вот 16-го года, когда уже будет это все в бюджете. Дякуємо. На жаль, час нашої програми вичерпано. Ми будемо говорити до побачення. Шановні глядачі, з нами були волонтери Ольга Малярчук, Лариса Снігур та Нелі Яровенко. Дякуємо вам за участь у програмі, успіхів в роботі вашого центру. Сподіваюсь, ваші клієнти і гості будуть задоволені тим, що ви надаєте їм і правову, і юридичну допомогу, і різного роду контакти. На все добре.